Чечевица – однолетнее растение семейства бобовых, сегодня почти забытый продукт, которым изредка балуют себя любители, экзотики и искатели новых вкусовых ощущений. Однако так было не всегда. Зерна этого растения были обнаружены в постройках бронзового века. Блюда из чечевицы были в почете у фараонов Древнего Египта, а также у вавилонской знати. Самым главным деликатесом считался чечевичный хлеб. Сегодня из зерен этого растения готовят супы, паштеты, салаты, соусы и различные гарниры к рыбе и мясу. Рецепт одного из них, армянского мшоша, мы расскажем сейчас. Нам понадобится 400 граммов чечевицы, 130 граммов кураги, 130 граммов орехов, 1 луковица, растительное масло для жарки, зелень кинзы и петрушки, соль и черный перец. Чечевицу отвариваем до готовности. Курагу замачиваем в горячей воде. Мелкими кубиками нарезаем луковицу. Затем промываем размягченную курагу, подсушиваем ее и нарезаем тонкими кусочками. В блендере измельчаем грецкие орехи. Все ингредиенты подготовлены, и у нас есть немного времени, чтобы поговорить о достоинствах чечевицы. Родина блюда – Южная Европа. В Турции, Индии, Канаде и Иране чечевицу выращивают в промышленных масштабах. А 150 лет назад первое место по выращиванию и экспорту чечевицы занимала Россия. В конце 19 века в стране была ужасная засуха, и эта культура спасла от голода русский народ. Чечевица не способна накапливать радионуклиды и нитраты, легко усваивается и не вызывает процесс газообразования, в отличие от всех других бобовых. Она прекрасно восполняет недостаток железа и фолиевой кислоты в организме. А содержание белка в чечевице достигает 26%, что ставит ее на третье место по этому показателю среди овощей. Поэтому чечевицу очень любят вегетарианцы. Ну а мы продолжаем готовить гарнир из чечевицы. Обжариваем на растительном масле до золотистого цвета репчатый лук. Сюда же выкладываем курагу и орехи. Затем отправляем поджарку к отваренным зернам чечевицы. Солим, перчим и хорошо перемешиваем. Подаем гарнир вместе с мелко нарубленной кинзой. Новое блюдо для вашей семьи готово. Приятного аппетита!